Активные избиратели не только в областной столице, но и в районах. Участок номер 363 развернули на базе второй школы Анивы. В 2024 год президент страны Владимир Путин объявил годом семьи. Все чаще на участках можно увидеть большие семьи, которые прививают своим детям любовь к родине из поколения в поколение. С детства меня моя мама, мои родители, бабушка, дедушка всегда водили нас с семьей, с детишками. И поэтому я тоже прививаю ценности, традиции своим тоже детишкам. Это наше будущее, будущее наших детей, внуков. Я считаю, что каждый гражданин должен прийти и отдать свой голос. Напомню, что на многих избирательных площадках организовали различные мероприятия и активности. Ученики и их родители также приняли в них участие. На одной площадке готовят сухие супы для участников СВО. Такая инициатива не в новинку. Учителя и родители на постоянной основе отправляют посылки бойцам. На другой площадке можно приобрести свежую выпечку. После того, как избиратель отдал свой голос, он может посетить школьную ярмарку. Назвали ее так не случайно. Здесь также вкусно пахнет едой. Приобрести можно все, что угодно, начиная от сладостей, заканчивая различными деревянными изделиями. Участники ярмарки – дети и их родители. Ярмарка посвящена году семьи, поэтому нашу ярмарку представляют семейные команды от каждого класса. Все вырученные средства наша школа отправляет для поддержки бойцов военной операции. Среди проголосовавших также оказались и приезжие педагоги. Приехала я с Бурятии 4,5 года назад по приглашению и осталась здесь. Мне очень понравилось, замечательный климат, коллектив. Считаю, что голосовать это очень важно. Полина Булаева, Екатерина Декич, телекомпания АСТВ.